Вашему вниманию обзор матча между Павлодарским Иртышом и Усть-Каменогорским Алтай Торпедо. Повторная встреча, которая стала для павлодарцев заключительной в этом сезоне на родном льду. В первой встрече команда Алтай Торпедо разгромила своего соперника, и поэтому сегодня Иртыш постарался взять реванш, и в самом дебюте встречи Бертан Демирделен забрасывает свою первую шайбу на уровне про-хоккей Лига С. Вот они, эмоции молодого нападающего. И казалось, что действительно павлодарцы в этой встрече могут зацепиться за очки. Это как минимум. Тем более, что первый период прошел именно под диктовку подопечных Владимира Клинги. И очень много моментов было создано, и перебросали своего соперника павлодарцы. Однако до поры до времени все-таки оборона Алтай-Торпедо сдерживала этот натиск. Да и к тому же павлодарцы тоже не всегда в завершающей стадии атак действовали успешно. А вот что касается Алтай-Торпедо, то в первом периоде команда была абсолютно незаметна в атаке. Очень мало было создано моментов. Единственное, что можно вспомнить, это подставление Белохонова. Единственный такой более или менее опасный момент в первом отрезке встречи. Ну а уже во втором периоде павлодарцы и вовсе увеличили свой отрыв, дав самую настоящую надежду павлодарским болельщикам. Вот так Артур Шетли после передачи Даниара Билимбаева забрасывает вторую шайбу. И казалось, что вот она интрига. И со временем Алтай Торпедо уже пришел в чувство, стал действовать с позиции силы. Стали по-настоящему так нагружать Артема Микушина раз за разом. И все-таки в конечном итоге оборона Иртыша дрогнула. Сначала усть-каменогорцы счет сравняли, причем сделали это достаточно быстро. А вот в третьем периоде уже самая настоящая голевая феерия ожидала всех нас, поскольку в этом периоде Алтай Торпедо забросил 4 шайбы, Иртыш ответил лишь одной. И там уже в третьем периоде, по большому счету, интриги и не было. Вот фрагменты этого самого третьего периода мы с вами видим. Ну и павлодарцы, конечно, все-таки хотели и старались, но вот не всегда, к сожалению, для всех павлодарских болельщиков могли. А вот Алтай Торпедо в атаке свои шансы неоднократно находил. Ну и к тому же видно, что уже заметно подустал Артем Микушин. Очень большая нагрузка легла на плечи этого голкипера не только в этом матче, но и по сезону в целом. Ну и вот так вот заканчивается заключительная игра Иртыша на домашнем льду. Да, этот ледовый дворец еще не помнит тех моментов, когда Иртыш не попадал в зону плей-офф, но вот реалии этого сезона оказались таковы, что павлодарцы этой игрой свой сезон заканчивали. Алтай Торпедо тоже предстоит провести еще 2 матча дома против Намада, и также для подшефных Дежана и Серкенова сезон завершится. Ну и вот так вот Никита Колобов забрасывает свою очередную шайбу. Однако, к чести Артема Микушина, надо сказать, что еще в ряде эпизодов он свою команду неоднократно выручал. В конце встречи и Иртыш, и Алтай Торпедо получили свои шансы поиграть в большинстве. Алтай Торпедо один раз нашел пробоину, будучи при игре в большинстве. Ну а вот павлодарцы извлечь чего-то из лишнего игрока не сумели. Как итог этой встречи, 3-6. Такая веселая, залихватская получилась эта встреча. Ну и стоит сказать, что павлодарцы уже поинтереснее выглядели. Однако Алтай Торпедо снова оказался сильней.